Сегодня 2 октября. 2 октября 1888 года драмой Петра Невежина «Вторая молодость» был открыт театральный сезон в новом, только что построенном Самарском театре. Накануне в присутствии городского главы Петра Алабина, гласной городской думы и артистов труппы здание было торжественно освящено. Ровно 90 лет назад, 2 октября 1930 года, в Самаре открылось отделение научно-исследовательского института прикладной минералогии и металлургии. Здесь готовили горных инженеров и геологов-разведчиков. Ежегодно 2 октября во всем мире отмечают Международный день социального педагога и Международный день ненасилия. Кроме того, в первую пятницу октября отмечается Всемирный день улыбки. 2 октября в разные годы были рождены советский российский скульптор Михаил Аникушин, советский российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер Андрей Анкудинов, российская актриса театра и кино, телеведущая Лидия Вележева и другие известные люди. В народном календаре сегодня вспоминают святых мучеников Зосиму и Трофима. На Руси это был еще и праздник пчелиная девятина. В эту пору было принято есть мед, запивая его теплой водой. Улья в погреб ставь, праздник меда правь, приговаривали пчельники. Этими и другими событиями был ознаменован в истории 2 октября. День. Замечательного вам настроения и удачи в делах!